Стойте! Вот единственная радость была этот шарик. Ну он уже видите какой. Ну вдуйте в него, пожалуйста. Поставьте. Ага, буду я еще. А что бы нет, ну надуйте. Пусть будет. В пузо полицейского хочу зафиксировать. Включите, пожалуйста, свет. Это что такое? Только меня не фиксируют. Не, вас не буду. Да ты говори, мне не мешает. А нет, сейчас не больно. Сейчас было не больно. Укол в пузо. Приготовился к боли, а боли не было в этот раз. Тебе звезда укол ставит. Спасибо. Так, ну а теперь Евкаки, наверное, можно и на громкую чуть поставить. Ну что, Евкаки, скажешь? Отмазывайся давай, почему меня не навещаешь? Потому что я работаю. 24 вот в данный момент я вот освободился сейчас, и сейчас я не работаю. Тогда что не навещаешь? Потому что я не работаю. Ой, Евкаки, ох и брась. Давай, чтоб навестил. Я вот охреневаю. Макс уже два раза меня навещал. Давай, короче, этот, да еще месяцок полежи, я тебя в этот месяц навещу. С соседней койки навестишь уже, да, когда сам слягет? Нет, не надо так говорить. Ну давай, если, короче, выходные не навестишь, буду желать тебе, чтобы ты сам оказался здесь и навестил меня из соседней койки. Ах ты су. Ясно. Я знаешь, что хотел у тебя спросить? Ну так, просто подискутировать маленечко. Давай. По поводу ПХП. Чё там? Ты ПДО применял, нет? Смотря какое, это же разное расширение. Нет, оно встроенное. Я знаю, что оно встроенное. Это разные расширения. Для SQLite вот, было как-то, для еще для чего-то. ПДО с этим, с MySQLite, вот эти вот. С MySQLite. Я пробовал его применить, но что-то у меня не вышло. А потом я забил, так как особо и не нужно было. Так, еще раз я... Да. ООП вытуплил как чего вообще? Подожди, ты Ubuntu поставил на комп? Алло? Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Ах ты скотина, а. Не ставишь Ubuntu. Знаешь, по какой причине? Потому что я сейчас скажу, и ты свою коронную фразу скажешь. Кое-кого там ответ. А у меня на громкой связи, я в больнице, у меня тут товарищи по палате культурные, поэтому мотивации не буду. Нет. И в какие ответ? И в какие ответ, но. Да нет, не ставил я еще пока. Я, кстати, я разобрался, почему у меня комп вздыхал. Почему? Я, короче, этот сделал. У меня ёжный мост перегревался. А в AIDI 64, короче, выдавало, что температура нормальная. Может быть, у северный мост показывал. Возможно. Ну, короче, суть в том, что я, короче, разобрал мост, вот эту вот плашку вот эту, короче, снял, там термопаста вообще засохшая, ее вообще там нету. Я, короче, кулер-то новую, вообще работал, функционировал? Кто? Кулер. На мосту? Да. Ну, ты говоришь, как термопаста. Нет, нету кулера. И там кулер только на процессоре же стоит. Вот. И кулера еще вспомогательно устанавливают в корпус. А корпуса у меня нет. Я сейчас взял кулер. Я, короче, смазал все это дело термопастой. Все аккуратненько там сделал. И кулер у меня, короче, был маленький. Я, короче, на него туда зафигачил, чтобы его охлаждал. И сейчас вообще, блин, ни единой ошибки нету. Ничего, короче, не выключается. Ну вот отлично, ставь Ubuntu. Я Ubuntu? Да. Ты вместе с Windows ее ставь, чтобы и та, и другая система была. Сначала Windows поставь, потом Ubuntu. Поставлю. Блин, я вот, блин, сейчас как вспомню. Там ее, в принципе-то, блин, не очень долго, блин, настраивать. Но вот эта вот, блин, настройка меня, блин, маленечко огорчает. Вот было бы у меня времени, блин, побольше. И спать бы мне не хотелось после ужина. Прям вообще в лед бы там настроил бы ее быстро, что я там уже все знаю. Ты тогда не ужинай, когда приходишь после работы. А жрать-то хочется. Терпи до последнего. 12 часов. Я что, блин, ну, в 12 часов поужинай, и все, и нормально будет. А, в 12. Я потом уснуть не, и не смогу, животик будет болеть. Так ты же говоришь, пожрешь, в сон клонит. Ну да. Угу. Ну я же кушаю-то. Ты хоть видел, как я кушаю? Я же не обедаю. Ну ты рассказывал, тогда две тарелки нахальнячат.
ну и все, две-то релки съедаю, и все, и чувствую, все. Тощий, как глиста, жрет, как корова. Зато бегаю много. Сегодня он где-то, блин, 22 тысячи шагов нафигачил. Где-то в районе 14 километров. Ну ты затейник. Ну вообще жесть. У меня работа такая, понимаешь? Вот поэтому я и кушаю много, и калории сжигаю. Вот такие пироги. Тяжело быть в кафе. Я хотел у тебя... А, я у тебя спросил, ты с ООП. Как? На ты, на вы? Я понял, как оно работает, но применять не доводилось. Я, короче, смотри, я сейчас дошел до того, что этот... Я, короче, просто посмотрел, как это вот классы, наследование, интерфейсы, инкапсуляция, вот эта вот вся фигня. Я практически нифига не понял, но я просто посмотрел. И сейчас, короче, я вот смотрю вот новые вот эти курсы, которые... Я потом тебе ссылочку скину, ну, короче, ну, в WhatsApp глянешь. Там вроде бы 17-й год. От этого. Дима Крава или как он там? Вот этот вот. ООП с этими, с файлами, получается. С MySQL. Это слайд вот с этой вот штукой. И походу сейчас пойдет, короче, вот там походу будет показывать, как нормально работать с ПДО. Вот останется, короче, процедурный. И то с процедурной там уже все. Уже, короче, убирают все эти функции, грубо говоря. Уже батарейка вот этот, короче, убирают. Да батарейка пару раз подвела, камера отключилась, к сожалению. И там, короче, знаешь что, там получается этот, они сейчас убирают вот этот вот, include и require, и переходят, короче, на этот, на пространство имен. Все оттуда будет черпаться. Ну и include и require, но это все равно можно оставить, если свои внутренние файлы применяешь. Да, если ты будешь у себя работать под старой версией PHP, тогда да. Под новой она тоже работает. Кого? Под новой она тоже работает. Она работает уже хреновенько. И ее вроде как они сказали, что они будут вот это все дело выпиливать оттуда, убирать. Потому что дыры в них. Вот так вот. Что, короче, там эти, всякую фигню уже там эти. Ну понятно, короче. Кто проверяет код. Мне просто сейчас вот надо, короче, ну, мне нужно, я вот это столкнулся, мне надо бы с ООП, с нормально, с ПДО, с MySQLite вот с этой вот поработать. Мне сейчас просто есть этот, я же тебе-то даже рассказывал, что я сделал сайт для нашей организации. Да. Вот, и сейчас, короче, ведущий инженер, ну, что-то так, маленько намекнул, что как бы надо бы попробовать такую фигню. Мы хотим поставить сервак еще один. Вот. И, короче, заняться от нашей организации, грубо говоря, видеонаблюдением. Только вот зачем такая штука. Зачем тебе SQLite тогда? Ну, потому что я с ней привык работать. Там все понятно и ясно. Я хочу сделать веб, вот, логин, пароль, там вся фигня, короче, авторизация, и закрепить за каждым, ну, кому будем подключать видеонаблюдение, на каждого, короче, будет выдан, короче, свои IP-шники для камер. Ты понимаешь, вот. Что SQLite — это база данных для локальных приложений? То есть у тебя на компе что-то появится. Я там буду хранить не сами файлы, я буду хранить путь. Просто путь к файлам, которые я, ну, короче, пишутся с камер. Вот так вот. Можно было, конечно, файлы все это дело у вас записывать, но с файлами там надо мне возиться долго. Потому что там очень много дыр, что доступ могут завладеть. Зайти на сервак и потом кое-куда ударить. Вот. Мне попроще сейчас, короче, с базой поработать. Вот такие штуки. Я вот хочу, короче, попробовать. И чтобы это попробовать, я вот хотел у тебя спросить про ПДО. Может, ты работал? Это дополнительный файл в библиотеке. Ты его подключаешь там через настройки, через PHP-ини. Перезапускаешь сервак, и оно у тебя работает. Сейчас, погоди-ка. И у меня там была страничка открыта. Так. Ты это все завязал, да, с программированием или нет? А,
Почти, но позавчера поставил себе Ubuntu на ноутбук. Поднял там сервер. Да, блин, на новый ноутбук, точно, да. Я совсем забыл, что у тебя новый. Кстати, я тут недавно, блин, набирался, я нашел, ты забыл пакет с жестиками. Вот, то-то я смотрю, у меня что-то там не хватает. Вот, они у меня лежат. Я вот, короче, вот эту генералку делал, смотрю, блин, какой-то пакет понять не могу. А что, я, блин, ну, с работы, блин, прихожу, покушал, чуть-чуть там, минут 15-20 посидел, и чувствую, все, я залипаю. И спать ложусь. Ну, идти я по дому, короче, ничего не делаю. А тут ты генералку затеял, смотрю, короче, пакет, смотрю, джойстики, думаю, ну нифига, Виктор, блин, забыл у меня. Угу. Вот ход тебе сказал. А это можно было тебе продать. Я тебе продам потом. А че? Ну, смотри, короче, PDO это PHP Data Objects. Это, короче, расширение для PHP. Вот представляете, интерфейс для доступа к аппликам. Она, получается, она встроенная в версии в PHP или надо саму библиотеку, ну, качать и подключать ее? Так, сейчас освежу у себя в памяти. Я вот не знаю. Я еще пока не дошел. Я вот сейчас, ну, смотрю, короче, вот это вот, ознакомлюсь с ООП, MySQLite, и вот начал вот только вот смотреть. Я, короче, ООП так-то я досмотрел первый курс. Вот сейчас, короче, смотрю второй курс. Уже с этим, с работой с MySQLite. Потом там будет еще, короче, какая-то, ну, с пространства имен. Там буду знакомиться с новой этой фичей. И потом там уже четвертый курс там будет. Ну, типа как отдельный, короче, курсы, ну, чисто, короче, для гуру. Что там какая-то фигня, короче, рассказываться будет. Интересная. Плюшечки. Процедурным, конечно, хорошо, но он там объяснял, что очень много одного и того же. А в ООП вот это вот уже исключается повторение кода. Повторение кода всегда можно обернуть в функцию. Ну, я с тобой функцию, согласен, да. Запихал. Я с тобой согласен, что так можно сделать. А нет, но в принципе там же функции же локальные, переменные, что они повторяться не будут. Ну да, можно и по функциям разбивать всю эту фигню. Ну тут смотри, короче, тебе нужна... Я смотрю, как другие подключали SQLite. Тебе придется установить его в библиотеку SQLite 3, тебе придется ставить отдельно. У меня, короче, стоит, ну, сейчас Open Server, у меня, короче, там все установлено в нем. Я говорю именно про Ubuntu, потому что Ubuntu. В основном это на Ubuntu делается. Как это делается под Windows? Вот у меня под Windows тогда вообще не получилось запустить SQLite, чтобы она работала. Yes. Ну я попробую, вот поковыряю еще, вот потом тебе что кого дам знать. Вот. А XAMPP не под Ubuntu или нет? Сейчас нет еще. Я сегодня вечером залезу, поковыряю. Ubuntu, да? Алло. Алло! Пошел к ужину. Евкаги, ты ужинать пошел? Чего тебя не слышно? Почему? Не, что-то... Визов завершен, написано. Ладно. Ждем, сейчас перезвонит. Наверное, деньги на счету закончились. Да? У него. А, вот перезванивает. Алло. Да что-то пропал ты. Это ты пропал. Нет, это ты пропал. Тебя проглючило так не слабо. Ну что там? Что там? Короче, ставь Ubuntu, не парь мозги. Еще один, может, даже по удаленке подключимся. Я понял. Так, еще этот. Ты сайт купил? Да. Так, у тебя на год? Да. Или на... А, на год, да, у тебя? Да. Сразу с хостингом и доменом, да? Да. Все включено. Скажи нет. Не хочу. Виктор, ответ. Не забывай, что еще на громкой связи. Да я что, блин, матерюсь, что ли? Не матерюсь я. Тебя вообще надо запретить как опасный элемент. Да. И в какую кинатрия? У тебя какая стоит Ubuntu?
16-ю, по-моему, поставил. Да, 16. А что 16-ю? Потому что компис на ней красиво запускается. А под новых версиях в нем нет этого. Нет таблички с рабочими столами, по которым легко можно перемещаться. А, я понял. Понял. Не хочешь себе Mac? Нахрена? В 35К. 17-го года. Нахрена мне это хламье нужно? Хламье. Как это еще назвать? Распиаренное говно для быдла. Ну да, согласен. Где его сам взял? Согласен с тобой. Я надеюсь, ты не купил его? Нет, я не буду покупать. Я максимум что себе могу купить, это только простой ноутбук и на нее Ubuntu установить. И под Ubuntu уже сидеть. И программировать, и зарабатывать офигенное бабло. Так что давай. По поводу этого я не уверен, но по поводу другого, да. Вот так вот. У меня же, как обычно, начинается эта, штука. Я, учу этот, PHP, ваяю, потом бах, все, меня это все надоело. Я все это дело бросаю. Время потому что ты не даешь себе отдыхать. Ты берешь, начинаешь упарываться в код без отдыха. А надо давать отдыхать, надо себе давать развлекаться каждый день. Лучше каждый день по чуть-чуть, там, по часу выдели на PHP. Так там видишь, какая штука, там сложно маленько. Сложно там час по теме только если брать. Вот, смотри, я тему вот этого вот ООП класса объекта. Видео длится 4 часа. И вот надо 4 часа посидеть и поэтовать. Если не досмотришь, потом будешь уже путаться маленько. Хорошо, потому в воскресенье тебя никто не отвлекает, никто не мешает. Ты меня впрягаешь. Ты говоришь, приедь-ка. Я в больничке лежу уже 2 недели. Придурочек. Я уже 2 недели, ну, конечно, это неправда, а я 2 недели смотрю это видео. Короче, бери так, чтобы тебя твой Сашок, кстати, видос с ним надо будет закончить потом. Чтобы тебя никто не отвлекал вообще, в том числе и твой сосед, возьми, запишись в центральную библиотеку. Приходишь в читальный зал, открываешь ноутбук, включаешь наушники, и никого не мешая, никого не отвлекая, в тишине и покое изучаешь материал. Все, профит. Да, есть такое. Телефон вообще можешь вырубить. Я не могу его вырубить. Ну, я имею в виду звук. Звук. Чтобы не отвлекал никто. Да. Все, изучать материал. 4 часа посидел там, поизучал. Взял бутылочку с собой воды. Ну, в читальном зале. Я попозже, сейчас я маленько вникнусь, я, возможно, это рабочий ноутбук ко мне маленько переедет. Буду на нем работать. Да, вообще отлично. Ноутбук к монитору подцепил, и все, и работаешь с ним. Я свой так же сделал. Нет, дома у меня будет своя работа, а вот на ноутбуке своя. А просто гид себе поставлю вот этот вот, чтобы и там одинаково было, и все, чтобы я мог там уж продолжать проекты. Ну, вообще отлично. Только так вот тут. Он просто тут, стоит на работе. Ну, он чуть-чуть туговатый, но я сюда поставил этот ноутпад. Он хорошо работает, отлично. Новую версию который. Да. У него там уже можно расширения ставить всякие разные. Эмоты всякие. Про всякие. Короче, хочу этот... JavaScript и PHP добить. Так, доучивай их до конца. Здравствуйте. Там новенького. Тебе ставить. Все, готовы, нет, да? Это. Да, конечно, по чистоте комнаты пришли. Конечно. Да. Там, как обычно, фантики, да, все валяется. Не, у нас все чисто. Ничего не слышно. Моя футболка упала. Даже. Ужас. Зачем она упала? Какие ужасы? Чего, теперь будет жабухать? Да, конечно! Че, родители, как у тебя? Нормально. Я Владислав, ты приехал, работает там по дому. А че, батя, у тебя не собирается увольняться, что ли? Нет, пока что. Еще 2 года будет работать. Еще 2 года? Ясно. Стойте! Вот единственная радость была, этот шарик. Ну, вдуйте в него, пожалуйста. Поставьте. Ага, буду я еще стоять. А что бы нет? Ну, надуйте. Пусть будет.
Ага, я с ним как-то надуешь, да? Нет, я не буду снимать, как надувай. Ну надуйте, пожалуйста. У нас, короче, рабочий персонал хотел гопнуть нас на шарик. Хотели забрать. Не надо выкидывать его. Да иди свою радость. Тут такие все зеленые стены, и хотя бы шарик у нас тут. Ну он тоже зеленый, но он хотя бы радость вызывает. Виктор, мне кажется, в тебя скоро выселят с этой поликлиники. Да, я надеюсь, что все закончится благополучно, если хотите. Да. Ясно. Понятно. Нам сегодня груз пришел, получили. ТВ-приставки, коммутаторы, ой, медиаконвертеры. Прям долго я этого все ждал, прям уф. Что, хочешь на этом всем потренироваться? Почему потренироваться? Я себе коммутатор уже намутил. Вот. Я хочу, блин, посмотреть, что они вообще умеют делать. Я знаю вот это вот, что они тагеты, антагеты, ваны всякие там прописываются, кабель к длину там, всякие там security, там порты отключаются, включаются. Вот, а что они еще могут делать? Да вроде ничего особо они должны уметь. Ну вот мне понравилась прям, короче, одна штука, что могут, короче, кабель диагностик делать. Вот это вообще офигенно. Ну это здорово, то есть кабель какой-нибудь плохой подключаешь, он не работает. Ну, он, короче, показывает, короче, какие жилы, обрыв. Показывает, сколько метров длина, короче, на сопротивление замеряет. Прям вообще вот это вот мне прям порадовало. Что умные, с мозгами. Друган твой идет, да? А? Друган твой? Да. Такие дорогие. Ну что, Женька Гладков. Моя Гладова. Что там с тобой в хаке? Ты живой еще? Кто живой? Ты. А что со мной это будет, ё? Да я спортсмен, комсомол. Какой я балованный? Я, блин, работоспаситель. Я говорю, мало ли, ты же Евкакий, ты заточен под приключения. Нет. Ты без этого не можешь. Я заточен, когда я выпиваю, а я уже давно не выпиваю. Ой, да хорош, знаешь, чтобы Евкакий давно не выпивал. Давно не выпиваю, так что не надо на меня. Не рассказывай сказки. Ты посмотри, я, блин, опять начал программировать. А если я программирую... То это повод выпить. Нет. Нет. Алкоякий ответ. Алкоякий ответ, да. Смотри, надо с трезвой головой подходить. Надо, чтобы мозги у тебя соображали. Пока. Все, я пошел. Да, в автобус. Да, я не тебе это говорю. Я на кассе говорю. Я попрощался с кассиром с нашим. С кассиршей попрощался. Красивая она? Алиса. Я тебе показывал ее же. В 20-й она там с этим с автоматом стоит. А, пухлая такая. Пухленькая, да. Так что вот так вот к программированию с трезвой головой только. А если ты там что-то там чуть-чуть подпил, все, у тебя в голове какая-то каша, и ты не можешь нормально мыслить. Это не у всех так. Я один раз попробовал, у меня ни хрена не получилось. Я не смог сделать гребаный счетчик на этом, на куках. Я просто не мог понять смысла, как он, блин, работает. А потом, что ты неопытный еще. Кого? Неопытный еще. Нет, не то, что неопытный, а просто, блин, башка не фурычит. Вот. А потом-то я, блин, разобрался, как она. Вот так вот тут. Она же потом увеличивается, ну, когда вызывается. Вот. А я что-то там, короче, неправильно, что-то там функции это все делал, и там какая-то фигня была, не беда. Еще вопрос, короче, Гай, почему ты не хочешь SQL использовать? А? SQLite, потому что этот ООП. Ты понимаешь, что это база данных? Так, а разница в чем, знаешь? Разница между SQLite и MySQL в том, что SQLite находится у тебя локально на компе, а MySQL находится на сервере. Вот и вся разница между ними. А ООП, не ООП, это не важно, ты и оттуда можешь к ним подключаться. Нет, а там что-то мне, короче, рассказывали, что SQLite, короче, ну, заточен под ООП, а SQL нет. Не знаю, кто тебе это рассказывал, может, ты неправильно понял его? Может быть.
Но я, короче, этот, я хотел, блин, домен себе купить, имя. Может, сервак-то у меня имеется. Ты видел, да, как я тебя там? Да, прикольная картинка. Ну, короче, растянул ты ее. Вообще, да, прикольно сделал. Да. А это за то, что ты мне не отвечал в WhatsApp. Надо будет тебя почаще игнорировать, чтобы творчески развиваться будешь. Почаще игнорировать меня надо. Да, чтобы творчески развивался. Потом совсем забухаешь. Нет, я так не могу. Ну вот, я, короче, знаешь что, у меня же этот, я же там переустанавливал уже этот операционку, субунты на Windows, когда возвращался. Ну. Вот. И у меня, короче, сбросились настройки все. Роутера, все эти фигни, короче. Ну, я, короче, там сам сбросил, у меня там, короче, рамсы были небольшие. И вот, я, короче, забыл, как этот, блин, удаленный доступ, блин, настраивать. Открыть. Я, короче, я, наверное, часа 4 потратил, но я теперь знаю, как это все работает. Без помощи, без подсказа. И вот, и попробовал, нашел, натыкал, и вот тебя выложил. Вот так вот. Такие пироги. Ну, это правильно, что хоть как-то начинаешь развиваться. Мне надо, я вот думаю, может быть, мне комп, наверное, все-таки, не ставить на сон, а чтобы он у меня все время маслал. Но это света, да? Поэтому много будет маслать. Не, он же там, у него же понижающий трансформатор, внутреннего всего 12 вольт потребляет. Вообще мало не, будет. Нет, это понятно, что там 12 вольт, там же по амперажу еще идет, в посеяли тока. На нагрузке, когда идешь, он потребляет больше. Он просто переконвертирует с 220 на 12. Угу. А там уже нагрузка идет. Ну это обычно когда рендер и когда, короче, в игрухи играешь. В любом случае потребляет он очень мало. А когда сервак, он там нифига не ест. Но у меня блок питания на 750 ватт. У меня мощность. Вот такие пироги. Что ты еще расскажешь? Что там у тебя творится вообще? Я все в видосах выкладываю. Какие? Видосы смотри, информацию получи. Я смотрю, вкратце, я смотрю. Коля тыкают, опухоль на ноге прошла, вены воспалены. Это все вкратце. А, выкладываю сейчас? Да, сегодня еще видосы наснимал, буду выкладывать. Ясно. Понятно. Сладко спиртная. Я могу приколоться, знаешь, что? Я вчера себе игрушку одну установил. Можно на нее стрим запустить. Ну давай стрим запусти хоть. Игра, знаешь, как называется? Как? Лунтик. Развивающая, понял? Ну, давай развиваться будешь всей бандой. Вообще круто, блядь. Да блин, это вчера племянник приходил с дочкой, с маленькой. Попросила, чтоб я игру какую-нибудь установил. Вот я установил ей, она вчера сидела и играла. Вот так вот. Сегодня должна прийти. А ее дед с бабушкой забрали. Такие пирожки. На меня-то там, блин, не наговаривай. Максон у тебя уже, блин, два раза был. Максон танцует. Он на машине. И чё? Он взял да подъехал. А я, блин, по городу то отношусь, работаю. У меня времени нету. Вообще-то четвёрка ходит. Даже отскочить не могу. На четвёрке раз доехал с площади до больнички и всё. Да вот тут-то 5 минут. Я даже, блин, в туалет не могу, блин, сходить нормально. Ой, потому да что у меня, блин, вечные эти заявки. То, блин, в один конец города, потом, блин, на другой конец города. И вот так вот, блин, бегаешь весь день. Ой, хорошая. Мимо делом забежать, минут на 10 поболтать, это... И вообще погоду. У нас туда, когда заявка будет, тогда я к тебе зайду. Вот, короче, чтобы в воскресенье зашел, тогда тебе точно никаких заявок не будет. В воскресенье я буду учить. Ты же мне сам сказал, учи. 4 часа. А это не все воскресенье. Так что давай, в субботу приберись дома. Отдохни. Так ты, кинцо ты получается, посмотри. В приемном покое, да? В хирургическом отделении. В хирургическом? Да. Ох, это какой там этаж? Третий. Третий. Ясно.
Понятно. Вот тебе задание, давай, завтра суббота, приходишь с работы, прибираешься. Весь вечер, занят. Слышишь, Евкакий? Да. Весь вечер, как придешь, все оставшееся свободное время, отдыхаешь и развлекаешься. Утром, в воскресенье, пиздуй в какой-нибудь читальный зал. Или... По твоим словам, рай, развлекаешься, я, мне кажется, я в воскресенье, блин, не смогу проснуться даже. Ну ты не пухай. Потому что ты говоришь, развлекайся, а развлекаются только так. Все, смотри фильмы. Ну, фильмы, кстати, можно посмотреть, вот. Какой-нибудь интересный. Мистер Робот сериал прикольный, про хакера. И я смотрел его, он как-то там нудновато чуть-чуть, там в некоторых сериях, и я потом этот... Ну, смотри сам. Я так понял, что у него этот раздвоение личности, да? Нет, про какой-то другой сериал ты говоришь. Там хакер, нет, который... Мистер Робот, да, это он. Где, ну там, короче, решили нагнуть какую-то большую корпорацию. Ну да, про него. Я не знаю, что тебе понравилось. Я пару серий посмотрел. Нет, он нормальный, он интересный. Просто суть в том, что это... Там серии некоторые, они, короче, нудноватые какие-то. Не очень. Вот так вот. Ну что смотришь, ну там все предсказуемо, блин, одно по одному там. Ну такая. Ты просто слишком часто сериалы смотришь, зажрался, тебя уже трудно удивить чем-то. Ай-яй-яй, Виктор. 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 Викториан. Давай, Евкакий, да. Делай, короче, краски. Завтра краски набирайся сил, в воскресенье поштудируй и вечером приходи сюда. Ага. Ну, забегу в воскресенье к тебе, постараюсь. Если получится, то завтра. Забегу. У меня это просто работы много завтра. И после работы там надо к знакомому сходить. У него все плохо с компом. В любом случае, в воскресенье выделить 4 часа на учебу и полчаса на меня. И то 10 минут на меня, это 20 минут тебе на добраться будет. Погода не сделает. Так что давай, в воскресенье жду. Ну окей, может быть и завтра. Потому что там не очень далеко от тебя. Завтра ты можешь с Максоном скооперироваться. Максон завтра собирается приехать. Можешь созвониться с ним. Да, завтра, да? Да. И вместе заедете. Хорошо тогда. Ну мы это только, я смогу только после, наверное, 4. Я до 3 работаю, потом я туда, там комп отреставрирую и потом уже свободен. Вот Максу сейчас позвони и с ним договорись. Ну окей, сейчас тогда ему связь. Ага. Ну ладненько, давай тогда отдыхай, это все равно. До связи. Ух, наговорили сколько.